Ah ouais, posez top. Posez top. À 5 heures, à peu près, 4h30, 5 heures, le feu a commencé. Дым от природных пожаров в Канаде пересек Атлантику. Леса в Канаде горят уже несколько недель, пожар называют самым разрушительным в истории страны. Выгорело несколько миллионов гектаров, 400 очагов, больше половины, пока не удается взять под контроль. The air, it has kind of a touch of sulfur. Немало проблем дым от пожаров доставил американцам. Хуже всего в Детройте и Чикаго. Города заняли первые строчки в мировом рейтинге качества воздуха. А вот жителей Старого Света успокаивают. Облако дыма, которое к ним пришло из Канады, высоко и не представляет угрозы. Лесные пожары в Канаде привели к рекордным выбросам углекислого газа, что пагубно повлияло на качество воздуха даже за пределами страны. Дым от пожаров в Канаде распространился на 75% территории Франции, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на метеорологические службы. Жители могут наблюдать затуманенное небо с молочным оттенком, пишут синоптики.